Эта встреча нам прежде всего дала понять о том, что экологией очень активно занимаются, этот вопрос очень активно исследуют и что о нем не забыли. Нельзя жить стереотипами, нельзя смотреть, как это было раньше, 50-60 лет назад. Нужно смотреть вперед, нужно знакомиться с новыми технологиями строительства, и люди должны это просто понимать.